А вот у Витязи контратака. Няттине. Ну, трудно было, конечно, вот этот вот отскок поймать Алтынину. Что-то минчане-то устроили сейчас. Алтынин, бросок, гол! Что это за привоз? Что это за одесский рынок? 2-0! Ну, кошмар какой-то. Минчане шайбу из зоны не вывели и пошли меняться. И это при том, что на льду у Витязя были лидеры, которые только что выбежали в контратаку в формате 3 в 1. Просто бросили своего вратаря Карнаухова на растерзание. Вот смотрите. Няттине. Бросок. Плотный бросок. Шайба отлетает в угол. Принц вроде бы шайбу выводит, но это в том-то и дело вроде бы. А два партнера вообще не смотрят на площадку, а уходят меняться. Готовец и Степанов.